автономерами. Вот. У меня здесь есть, я, к сожалению, даже не, ну, примерно представляю, кто идет по первой, по первому типу автомобиля, кто идет по второму. То есть даже не буду спрашивать, есть несколько вопросов. Вот, по автопрограмме. Вот мне хотелось бы сейчас женщину-автолюбителя вызвать. О! Пожалуйста, Анна Заязова. Прошу любить и жаловать, наградить большими аплодисментами. Ань, сколько лет у тебя права? С 93-го года. То есть человек водит машину с 93-го года. У тебя вообще много машин было до Vision? Много. Сколько? Ну, я их не считала, так, да много, ну, не знаю, только RAV4 5 было. RAV4 5 штук было? Да. 4 украли. Понятно. Вот она история Vision, продающая. RAV1 украли, а там были другие машины. Хорошо, а в компании Vision сколько у тебя машин было, вот сколько ты работаешь? Так, если отбросить... Ну, до компании Vision у меня было 1, 2, 3, 4 было. А потом уже все машины, которые в компании Vision. Вот сколько в компании Vision? Я думаю, у тебя сейчас не меньше 3, наверное, в семье, да? Ну, в семье много. Ну, чего меня заставляют? Я не считаю их. Я на них езжу. Да. У тебя вот лично сейчас какой автомобиль? RAV4, мой любимый. Уже есть RAV4. А что будешь с этой папкой делать? Я буду ездить на тот автомобиль с российскими номерами, а этот будет с евросоюзным. То есть у тебя есть RAV4 для России? Да, и RAV для евросоюза. А вместе с компанией Vision у тебя будет RAV4 с поездкой по Европе? Да, да. А номер ты будешь клеить? Конечно буду, а как же. Все отлично. Да. Что еще? Зачем тебе вот автопрограмма? Вроде бы машины есть у тебя, а ты все равно в автопрограмме. Я очень люблю новые машины. Вот на это я проехала 3 года, а мне хочется снова обновить, потому что в 2016 году выходит новый RAV4. Классно, я уже все о нем прочитала. Там есть замечательный цвет, а 2 новых, которые входят Toyota Center на RAV4. И машина, в которой есть электродвигатель, то есть на 150 километров, я забыла это слово какое-то. Гибридная. Гибридная, вот, гибридная машина. Вот я хочу такую. Да, до кучи. Но это будет современнее, интересный дизайн там внешне шикарный. Загляните в интернет, и вы увидите, какая красавица, замечательная RAV4. Это моя любимая машина. И ни на какую другую я сменяю, потому что я только вот неделю назад проехала на RAV4, но предыдущих поколения, 2000 километров по Европе и no problem, все хорошо.